Здравствуйте, дорогие доктора! Хочу пригласить вас на свой вебинар «Нормализация окклюзии прямыми и непрямыми реставрациями». Это часть моего очного двухдневного семинара, но основополагающая часть, поскольку окклюзия – это то, что в конечном итоге влияет на комфорт и долговечность наших с вами работ. На вебинаре мы с вами обсудим 4 окклюзионные схемы, обсудим преимущества и недостатки каждой из этих схем, поговорим о том, что нужно контролировать при создании окклюзионных контактов. На клинических примерах разберем создание клыковой и передней направляющей в классическом варианте и при различных отклонениях прикуса. Тем, кто только погружается в окклюзию, этот материал буквально открывает глаза. А те, кто уже ориентируется, говорят о том, что я подаю эту информацию несколько иначе, чем кто-либо, поэтому интересно. И предлагаю вам всем в этом убедиться. До встречи!